Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан уляля, что за сайт. Иди ты нахуй. С палочкой нахуй. Спасибо. Какой палочкой? С палочкой. Какой палочкой? Ушнур. Чего говоришь? Стой, в дорогу нужны напитки. Вот. История, как у меня появилась первая паническая атака. В азбуке вкуса? 18 лет, когда мне стукнуло. Нет, там был только перекресток, или еще какой-то другой магаз. Пошел в кино смотреть один фильм, потому что у меня не было друзей, да? И я купил себе на 18 лет вот эту хуйню в кинотеатр. То есть это пиво для панических атак, да? Я это выпил-то. Ебать, вкусно мне. Я уже под градусом, нахуй. Иду домой, прихожу домой, начинается паническая атака. Что начинает? Ну и что ты как этот? Что, три бутылочки? Не-не-не. Возьми сверстки. Возьмем большие бутыли. Это пока так просто. Вот на это на всякий случай. Это чтоб меня в машине не держало. Это необходимость, да? Понял? В машине будет лежать вот так. И потом замерзнет еще. Фу, просто такие кальмары взял толстые. Ты чё?